Юлия Лепницкая впервые стала мамой еще месяц назад, но все это время скрывала радостную новость. Сегодня же спортсменка опубликовала фотографию с дочерью, которую назвала Каталина. Новость о том, что 22-летняя Юлия Лепницкая станет мамой, появилась в начале июня. Тогда это стало сюрпризом для всех поклонников, ведь они даже не догадывались о беременности кумира. После статей в прессе фигуристка все-таки подтвердила интересное положение, однако не призналась, на каком сроке находится. Сегодня выяснилось, что Лепницкая уже родила. Юлия сама рассказала об этом в социальных сетях, опубликовав фото с ребенком. «Каталина? Нам сегодня месяц», — призналась олимпийская чемпионка. Для поклонников новость стала полной неожиданностью. Напомним, что отцом малышки является Владислав Тарасенко, с которым Юлия встречается уже несколько лет. Влюбленные живут и работают вместе. Вполне вероятно, что теперь, когда малышка появилась на свет, Лепницкая и Тарасенко задумаются о свадьбе. Юлия завершила спортивную карьеру еще в 2017 году из-за проблем со здоровьем. С тех пор звезда начала выступать в ледовых шоу и работать тренером. В интервью Лепницкая признавалась, что связывает свое будущее с фигурным катанием.